В Беларуси увеличились пенсии и надбавки. Это же касается выплат семьям, где есть дети. Перерасчет проводится в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума. Теперь сумма составляет 328 рублей 50 копеек. Для пенсионеров это уже второе повышение в этом году. В стране с нового года ведут налог на профессиональный доход самозанятых. Госпошлину будут взимать в процентах от выручки, затем включать в обязательные страховые взносы в бюджет фонда социальной защиты населения. Посылки до килограмма через Белпочту теперь можно отправить за 3 рубля. Масса бандероли с товарным вложением может доходить до 50 килограмм. Подробнее обо всех тарифах на официальном сайте ведомства. В Бобруйском районе произошел пожар. Спасатели вызвали около полуночи. Тревогу забили сами хозяева. Хозпостройка горела в деревне Дойничево. Огнеборцы оперативно укротили пламя. Никто не пострадал. В Бобруйске 2 августа откроются школьные базары. Торговые ряды разместятся по улице Социалистической, на пешеходной зоне от Карла Маркса до Дзержинского. Одежда, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки. Успевайте сходить на выгодный шопинг до 4 сентября.